жол бастар, әліпен келді ортаға. Білім деген ғажаптың, әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың басталады сендерге. Этим первоклашкам свои новые знания и умения предстоит продемонстрировать главным персонажам театрализованного представления. Под задумки организаторов они сегодня очутились в загадочной стране азбуки, где должны произвести впечатление на ее короля и королеву. Освоить букварь и научиться писать эти дети смогли всего за 4 месяца. Пока это считается главным школьным достижением не только первоклассников, но и их первого учителя. Мне повезло, потому что мне достались очень способные ученики. Я хочу сегодня поздравить детей и их родителей с их первым достижением. Мне хочется пожелать, чтобы они и дальше так же хорошо относились к учебе. Прощание с букварем для этих ребят одновременно долгожданный и грустный праздник. Ведь сегодня им предстоит навсегда попрощаться с их самой главной и любимой книгой, которая открыла им путь в безграничный мир знаний. Анна Калинина, Сергей Баданин, новости Темиртау.